Итак, так, что тут? Что-то грустно, да? Да нет. Не полный процент. Короче, мне тут в кооперативе проходил миссия, но может потом еще позаписываю. Значит так. Текущее задание. Ближе к тому, чтобы остановить инженеров. Подождите, еще теракт, черный список, пока не поздно. Утром один из протестующих у военной базы США в немецком Ансбахе был ранен часовым, посчитавшим его действия подозрительными. 34-летний Гюнтер Шмидт, игнорируя часового, подошел к воротам и получил две пули в ногу. После акции пресловутого черного списка солдаты США везде на чеку. Что у нас там в Бенгази? Отчет из убежища под охраной ЦРУ. Они взяли парня с данными по Гуаму, но никого не пускают к нему, пока не закончат. Как его нашли? Никак. Он сам взял и пришел к ним. А если это просто псих с извращенным чувством юмора? Ты что-то не договариваешь? Чувака зовут Андрей Кобин. Это о чем-то говорит? Конечно. Сэм. Эй, стойте. Вы его знаете? Что нам надо знать? Это почему торговец оружием сдался ЦРУ сразу после Гуама. При всем уважении, этим допросом должно заниматься ЦРУ. Забудь свои старые привычки, Брикс. Ты теперь с нами. Так точно. Я что-то пропустил? Он наш единственный выход на инженеров. Я никому это не доверю. Кто такой Андрей Кобин? Андрей Кобин инсценировал смерть моей дочери, чтобы надавить на меня. Ого, и он еще до сих пор жив? Загадка. Что делать, Сэм? Как что? Начать? Где это убежище? Ого, паршивый райончик. Ага, странно, да? Обычно-то как глянешь, так сразу и ясно. Тут попахивает ЦРУ. А ну тихо. Лучше зайти через базар вот здесь. Ты подашь сигнал, мой агент покинет убежище, доступ к Кобину будет открыт. На экране всегда все гладко, Грим. И учти, Сэм, нам нужно захватить его живым, а не мертвым. Брикс, откуда лучше вести наблюдение? Лучше засесть тут и тут. Пойдет. Бери снайперку с глушителем. Я прикрываю и работаю по цели, сэр. Чарли, подгони нам какой-нибудь транспорт. Понеприметней. Фургон. Все будет. Ты мне так и не ответил, Сэм. Лучше позаботься, чтобы нам было куда отступать. Скажем, сюда. Всем все ясно? Нужно сделать все чисто. Экипаж, вылетаем в Бенгази. Грим говорит, Кобин нужен живым, так что не расходись. Используй светошумовые гранаты. Светошумовые.
давай. Индикатор. Так, мне нужна скрытность. Пистолеты, дополнительное оружие. Грин, как обстановка? У нас проблема. Я пытаюсь связаться с агентами. Тишина. Брикс, ты видишь, что вокруг убежище? Я только пришел. Плохо дело. На площади множество боевиков. Я на площади. Боевики блокируют главный вход. Мне занять другую позицию, встретить вас внизу. Наблюдай с юго-западного угла. Понял. Выдвигаюсь. Грим, продолжай пытаться. Дай знать, если агент отзовется. Ладно. Вам помочь? Туалет есть у вас? Сзади. Спасибо. Спасибо. Шукран, хабиби. Твой агент вышел на связь? Не вышел. Боевики повсюду, Сэм. Сказал же, чисто не выйдет. Ну, понеслось, да? Рикс, статус. Все тоже, Сэм. Вижу внизу прорву боевиков. Будет жарко. Надо не привлекать внимания. Иду к боковому входу.
себе заберись. Мать, ну и душа! Это фастфуд виноват. ЦРУшники вечно жуют чизбургеры. Поэтому столько и весят. Надеюсь, он пожрал перед смертью. Останься он дома, лопал бы и дальше чизбургеры. Но нет, принесло же. Если встанешь на пути у босса, станешь раньше времени. Защищать этого труса Кобина ему вряд ли хотелось. Был бы он жив, могли бы спросить. Он бы с тобой согласился, если бы мог. Ну? Хоть на паузу ставится. Сколько нам еще тут торчать? Сколько понадобится. Выходы наши. Кто-то сунется, пристрелим. И точка. Или схватим. Эй, ты видишь, что творится внутри убежища? Не вижу. Пока нет. Может, лучше... Некогда. Я захожу. Чарли, я тут флешку нашел. Класс, глянем, есть ли что на инженеров. Сообщу потом. Сэм, впереди несколько целей. Один на балконе. Можно подобраться незаметно? Комната справа. Там через окно наружу по карнизу. Спасибо. На-на. Ich
Я на позиции, Сэм. А нашего агента нет? Трудно сказать. Принято. Выдал что-нибудь из пленника? Да. Да. Нет, еще никого не было. Так, погоди секунду. Да что ты делаешь? تعمل شغلك انت وانا بعمل شغلي انا اللي دبرت لك هالشغل يا بخشي меня окружают одни идиоты. Да, это всё, что мы узнали. Он молчал. И انا да, обыскивают остальное. Без проблем. طلع من هونيك على الشباك. Давай, давай. Отлично, посылка у нас. Ясно. Это не он. Брикс, ты же сказал, что Кобин здесь. Должен быть, сэр. Я предположил... Никаких предположений, когда я здесь, ясно? Сэм, отзовись. Твой агент нашелся, он мертв. На подходе еще боевики. Уходите, сэр. Ладно, нужны варианты. И поживей. Минуту. О, да. Это я, детка. Подключи телефон к обсад. Я хакну это левое дерьмо на раз. Окей, Чарли, готово. Окей. Так, так, так. Чарли, живей. Есть. Ого, да тут жесткая порнушка. Засеки место звонка. Есть. Отследил. Перебрасываю на твой апсад. Эй, твою ж мать, там полицейский участок. Брикс, готовься отступать. Вас понял. Тут грузовики с противником, с десяток боевиков. Иду, я вас прикрою. Загружаю кратчайший путь к участку на твой обсад. Принято. Группа, разделиться и искать. Уже была открыта. Так, я пойду и проверю.
Я понял, продолжай искать. Ну ёбаный ты в рот. Помоги мне тут. Ладно. Тут чисто, а у тебя? Тут ничего. Приоритетную цель в первой десятке списка Лэндли. Если захватишь, мы заберем посылку. كثير بتضيع الذخيره في الشارع دلوقتي ودخل الكلاب تنبح. ايه؟ انا مش بحاول اتهرب من الكلام معاك. انا قلت لك اني Похоже, на тебе нет жилета. Цель захвачена. Местные власти предупреждены. Грин, как быстрее попасть к Кобину? Иди вниз по улице. Понял. ربي.
Да. Какие тупые, блядь. Тупые. Так, две цели, да? Так. Внимание, Сэм, полицейский участок прямо за углом. Принято. Брикс, докладывай. Я почти на месте. Засел на крыше в 200 метрах от полицейского участка. Наблюдаю за объектом и улицей. Собака. А ну тихо. Понеслась, да? Сука.
Так. Там еще есть собака. Он последний здесь? Я внутри, смотрю, чтобы не было хвоста. Ты знаешь, где нужно искать Кобина? Думаю, в камере для допросов. Верхний этаж, южная сторона. Брикс, отходи. Бери фургон. Встретимся в точке эвакуации. Хорошо. Я захожу. Так. Арбакаша? Это не
ارجع لموقع. Арбаташа? Нет. Нет. Это Арбамаша. Арбамаша. Если там есть компьютеры, найди их и подключи обсад, чтобы получить ценную информацию. Ну, держи. Чарли, тут ноутбук, возможно, с данными. Похоже на бухгалтерию местных боевиков. Класс. Что ты сказал американцам? Смирно. Я спросил, что ты забыл у американцев? Я же сказал, вы тут вообще ни при чем! Слово даю! Значит, ты нас презираешь настолько, что издавать не захотел, так? Нет! Ничего подобного! Нет, нет! Нет, нет, нет! Яла! Ты много болтаешь. Я думал, вы хотели знать. Не думай, будет только хуже. Нет! Ладно, ладно, не надо. Я им все рассказал, ясно? Я нашел Кобина. Он еще жив? Пока да. Так, что мне надо? Что за хрень? Только не меня, не меня! Спасибо, спасибо! Кто вас послал? ЦРУ? Обана. Откуда ты, мать твою, взялся? Фишер, если это насчет той истории... Заткнись. Нет, 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 не надо, нет, нет! Ты пришел за мной? Я пришел за тем, что ты знаешь. Сядь. Сэм, сейчас начнется пекло. Местные таланты двигаются к тебе. Посылка у меня. Брикс, ты где? Близко, в фургоне. Твою мать, он пришел за мной. Двигай. Живо. Идем. Ты спасешь меня, да? Ugh.
Так, а где там у меня были где-то усыпляющие? Усыпляющий газ. Шутишь, у меня даже ботинок нет! Двигай! Какого хрена? Хватай! Зачем? Давай! Твою мать! Брикс, мы близко! Все? Ты на кадр? Так, действие выполнено. Призрак я. Без этого никак не обойтись. И никак. Ну. Ладно. 6 недель назад. На меня вышел клиент, он хотел калаши, грады, ракеты, все подряд, в общем. Предлагал много зелени. Да, выгодное дело, даже слишком. С твоим оружием напали на Гуам? Эй, я же не знал, с кем торгую. Обычно мои клиенты не громят ваши базы. Кто? Знаю только, что они обсуждали нападение на посольство в Вене. Охренеть, как гордились! Тогда погибли сотни невинных людей. Да ты что? А я о чем говорю? Он та еще, сука, просто людоед, и он не оставляет следов. Да. Херово, правда? Чуть не... Что? А это что за урод? То есть ты сдался ради защиты? И чтоб вы, дебилы, не прибили меня за Гуам. Брикс, не хочешь отправить груз на хранение? С радостью. Чего ты сказал? Грим, вы с Чарли наройте мне все, что сможете об этом загадочном клиенте Кобина. Пора начать охоту. Так. Так, ну на этом еще. На сегодня по одной миссии в день. Следующий теракт в жизни. Пиздец. Американская жизнь. А, вон их. Американская свобода, американский огонь, американская кровь, американская пыль. То есть понятно. Промежутки я должен был совместно им проходить, но я и так проходил. Здорово, ну-ка посмотрим. Я за Кобина. Да, вот, все. За Кобина появились миссии.